У нас нет задачи изменить мир. У нас есть задача свидетельствовать о Христе. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Ненавидьте зло, человека же, творящего зло, любите и жалейте. Может быть, тот, кто сегодня творит зло, завтра молитвой, слезами, постом и покаянием очистится и станет подобен ангелу. Все в воле Божией. Много было таких случаев. Преподобный Гавриил Ургибадзе. В делах духовных подавать друг другу руку – признак братской любви, родственной дружбы, искреннего благорасположения. Святитель Иоанн Златоуст.